Казанский федеральный университет – один из трех главных китов изучения ислама, академического изучения ислама и преподавания востоковедных наук в России вместе с Петербургским и Московским университетом. И это практически закреплено. Мы уже давно не просто работаем в координации, мы только что завершили большую работу по подготовке концепции преподавания ислама, истории культуры ислама, которая будет пригодна, и вот здесь у нас еще целая серия партнеров, и для духовных высших учебных заведений, и для светских. И вот это сложнейшая задача, которую мы сейчас все время решаем, и Казанский университет, место традиции которого позволяет вот иметь такой рецепт того, как это делается. Потому что востоковедение начиналось здесь, оно начиналось здесь, особенно исламоведение и арабистика в центре и науки, и политики, и ислама в России. И вот эти традиции позволяют существовать тому рецепту взаимодействия науки и религии, политики и религии, христианства и ислама, которым, в общем, славится Россия, нигде в мире такого нет. Казанский университет – один из тех, кто этот рецепт создал и продолжает создавать.